Винс очнулся на чердаке. За окном уже рассвело. Шея болела, а во всем теле ощущалась слабость, будто бы его силы куда-то ушли. Перед глазами мелькали картины минувшей ночи, одна страшнее другой. Утро началось скверно. Один из гостей Винса не пережил прошлую ночь. Пока святой отец рассказывал о скоротечности жизни, Винс думал о том, что делать дальше. Эта ночь показала, что дом действительно таит в себе опасность. Бросить все и уехать? Наверное, так было бы проще. На кладбище стояла тишина. Винс даже не знал, что здесь недалеко от его нового дома есть это кладбище. Может, стоит посетить его как-нибудь еще? Мало ли, вдруг здесь найдутся некоторые ответы на его многочисленные вопросы. Ох, Винс, как бы мы хотели тебя предупредить о том, что вернуться сюда тебе предстоит в самое ближайшее время. Возвращаясь к дому, Катрина рассказала, что познакомилась с этими ребятами, когда приехала в Глиммербрук. По сути, они даже не друзья, просто вместе делили съемное жилище. Подходя к пансиону воспитанниц леди Агнессы, они встретили пожилую женщину. Окинув особняк скорбным взглядом, она сказала лишь одну единственную фразу, от которой у Винса все похолодело внутри. Опять началось. Друзья, всем привет! Привет! Вы на канале «Не без разницы», с вами Стас и Лёша. И наш любимый дорогой Винс. И как вы видите, после всех страшных событий он не теряет оптимизма и выглядит достаточно радостно. Но это он сейчас почему-то улыбается. А на самом деле он очень грустный. В преддверии смерти, смерть персонажа всегда тяжелый удар. Да, случилось страшное, случилось непоправимое. Один из гостей погиб в этом доме. И хочется сказать, что вот эта история приобретает все более устрашающие и ужасающие масштабы какие-то. Поэтому ты таким загробным голосом это произносишь. Мало того, что он грустный, он еще испытывает сильный дискомфорт, потому что он голоден и потому что его еще и покусали. У Винса возникали же некоторые воспоминания о прошлой ночи, что там было. Вот эта вот страшная женщина, которая побежала на него на чердаке. И еще она немножко, видимо, его и покусала. Поэтому Винс сейчас не в очень хорошем настроении. И бодрость у него совсем-совсем низкая. Но мы для этого ему приобрели замену сна. Сейчас он выпьет это. Кстати, сейчас посмотрим, что у нас с автографами. Подорожали они в цене или не подорожали? Нет, пока 3200 стоит, да. Повторно оценить Винс их пока не может. Но, кстати, у нас пришло что-то на почту. Что-то поступило в почтовый ящик, принес почтальон. Вот даже интересно, что это? Вроде бы это не должны быть счета. Не хотелось бы, конечно, их сейчас получить, учитывая, что у нас 667. Кстати, почти что роковое число. Один да, минус один симолеон, и было бы вообще отлично. Да. Так что у нас все-таки есть надежда на что-то хорошее, потому что этого числа нет. А вот наши клубочки. Ну, сейчас посмотрим, что же в конце концов пришло. А, так мы тут заказывали же элементы, действительно. Поздравляем вас с началом коллекции элементов. Слушай, вот зря мы, наверное, это сделали. Стоит всего лишь 10 симолеонов. Вот надо нам это? Нет. Определенно не надо. Зато ждали не понять сколько времени. Так, что тут наши клубочки? Надо всех их покормить? Нет, ты выбрал наступить. Это случайно, наверное. Не надо ни на кого наступать. Надо всех покормить, чтобы они радовались, приносили нам всякие... Доход? Да, да, да. И... Вообще надо выполнять какие-то задания. Надо, чтобы он прокачался.
Сейчас посмотрим, смогут ли нам клубки пыли что-то найти, или они пока не очень благосклонны к Винсу. Призрак находится в плохом настроении. Так, и что же нам призрак находит? Чеснок. Ну, может быть, это тоже неплохо. Ну, вполне тематическое. И клубника. Чеснок, кстати, и клубника. Смотри-ка, клубника стоит 9 симолеонов. Неплохо было бы тоже тогда ее посадить. Потом куст даст плоды, и можно будет рассадить еще больше клубники. Но Винсу надо перекусить срочно и заниматься уже своими дальнейшими делами в этом доме. А где наши соседи-постояльцы, как они там, гости наши? Ну, Катрина вот где-то здесь ходила. А вот еще. А где вторая, я пока не знаю. Вот Катрина ходит. Вот вторая же была еще. А давай посмотрим, они здесь вообще до которого времени будут у нас? А, она на работу ушла, видишь, она в костюме космонавта. А. Они у нас, значит, будут до воскресенья, так получается? Что с нашим садом? Ну, смотри-ка, все начинает постепенно расти. Надо ему бы заняться какими-нибудь делами. Какие нам сейчас бы навыки не помешало прокачать? Ну, вообще, нам нужно прокачивать механику. Это в любом случае. Тем более, это тоже прибыльное дело, поэтому пусть Винс как раз сейчас этим тогда и займется. Нет, Катрина, ты пока там тоже своими делами позанимайся и не отвлекай Винса. А что, она уже хотела это, над душой постоять? Да, прийти поболтать. Ой, любят они это. Винсу удалось сделать садовую клумбу. Слушай, а тут еще выходит действие покормить этих пыльных кроликов. Какие они ненасытные у нас. Ну, давай их всех кормить, чтобы они были в хорошем настроении и искали нам хорошие предметы тогда, какие-нибудь. Я, конечно, сомневаюсь, что они будут полностью в хорошем настроении, находясь и проживая на улице. Ну, почему? Ну, им же нравится в доме, где пыльно и грязно. Сейчас посмотрим, может быть, они уже получше стали себя чувствовать. Вот, видишь, тут выходит какое-то сокровище, наверное. Он только... По крайней мере, надеюсь. А, 4 симолеона нашел. Ну, чем не сокровище, в принципе, 4 симолеона, да. Все равно он не очень воодушевлен и счастлив, было написано. Возвращается ни с чем, второй клубок пыли, и третий наш... Давай, что-нибудь найди хорошее. Тоже ни с чем. Тоже ни с чем. В общем, да, не густо. Так мы и не заплатим по счетам-то. Нет, ну почему? По счетам-то, может быть, мы и заплатим. У нас же висят вот это вот. Автографы Мерлин Монро. Да, но тем не менее. Хотелось бы еще, что называется, пассивный доход от каких-нибудь дивидендов или акций, как там, да, так это называется. Ну, в нашем случае хотелось бы доход от клубков пыли. Вот не надо никуда идти. Вот для чего ты постоянно куда-то идешь? А что, он не успел ничего сделать и уже пошел? Да, пошел посмотреть, что там делает крыса. У крысы все хорошо, можешь за нее не переживать. Да, в отличие от тебя, между прочим. Кстати, надо было еще воду набрать, сходить. Потому что гостей у нас много, видимо, они все расходуют тут воду у Винса, у несчастного. Надо одних закрыть ванну на ключ, мне кажется. Нельзя отдельную комнату закрыть, знаешь, вход только для... таких-то персонажей. А посмотри, мне кажется, Катрина как-то не очень довольна, да, вот находясь в этом доме. Приехала отдохнуть. Угу. Какая-то расстроенная. Что случилось, Катрина хмуря? О, Вин сразу подготовился к дальнейшим занятиям. Это кто? Это наша это идет? А это вторая гостья. А чё же не переоделась-то в домашнее? Кстати, как ты думаешь, вот, например, Катрина хмуре подходит нашему Винсу? Я к ней не испытываю, в принципе, ничего такого. Ни положительного, ни отрицательного. Просто Катрина и Катрина. Вот та мне больше нравится. Да? Да, у нее вот шлем какой интересный. Или скафандр, что это? Скафандр, наверное. Вот она, мне кажется, намного больше подходит Винсу. Я думаю, надо Винсу еще посмотреть. Что-нибудь здесь, в сокровищнице. А зачем еду-то ему искать? Ну, нужно периодически искать еду, чтобы Винс имел возможность найти... Я каждый раз забываю, да. ...денежное дерево. Да, но только какова вероятность, каков шанс того, что мы можем найти это дерево денежное? Очень, очень мал, мне кажется.
Ну, наверное, но все равно надо как-то пытаться. Потому что денежное дерево здесь очень бы, кстати, пришлось. Ну, вообще, да, конечно. Да, но в любом, мне кажется... Вот, смотри-ка, нашел уже плод граната. Ух ты! Не совсем это, конечно, денежное дерево. Но это тоже неплохо, он же стоит 30. Да, нет, но он стоит неплохо. Но я говорю про то, что вообще денежное дерево, конечно, не помешает никакому Симу. О, ты смотри. Он нашел фрукт с иголками. Фрукт с иголками стоит подороже, чем гранат. Так, надо его посадить сразу. А у нас гранаты здесь посажены, я не помню. Лимонное дерево. Да, гранатовые деревья у нас тоже посажены здесь. А он тут скоро пройти уже не сможет. Как-то тут прям все уже плотно засажено. Но, тем не менее, садоводством ему тоже заниматься нужно. Ну что, а дождик, да, идет. Ой, какая мрачная погода. Ну, такому... Зато поливать не нужно. Но такому дому, кстати, подходит такая мрачная погода. А вот я смотрю, здесь всю неделю какой-то мрак постоянный возле этого дома. Ой, постоянно сколько такая... мусора-то вокруг, ты посмотри. Погода, да. Смотри-ка, это что вообще? Какие жуткие руки. Выглядит прикольно. Ну, надо от них избавиться. Как бы ничего не произошло тут с Винсом опять. Слушайте, столько тут уже всего. Мы насмотрелись на эти ужасы, что произойдет наверняка что-то страшное. Так, он находит еще пиратскую карту. 87 миллионов. Будем продавать ее. А зачем нам пиратская карта? Давай продадим. Так, и еще вот нашли какую-то... фигурку. Надо избавиться от этих жутких рук. Может быть, они всему виной? Я их, кстати, не видел, не обращал на них внимания. Мы же ходили, когда собирали. Ну, может быть, они тут появились недавно. Я, кстати, тоже на них не обращал внимания. Вот как. Как гневно. Все получилось так быстро. Ну что, посмотрим, что сейчас с нашими автографами. Во, наконец-то поменялась цена. И, я думаю, пришло время их продавать. И обогатиться, наконец-таки. Жаль, конечно, что всего 3 автографа. Слушай, ну что, мы сейчас уже начнем потихоньку расчищать дом. Ой, вообще, честно говоря, это давно пора начать делать, потому что сколько Винс тут уже ходит, пока что ничего особо пока не преобразилось. Пока никуда не продвинулся. Да. Но надеюсь, что... Винс, не надо идти опять смотреть, что делает крыса. Но надеюсь, что сегодня все-таки преобразится хоть немножко. Он не может туда пройти, поэтому мы продаем эти автографы вот так. И посмотри-ка, у нас уже 19 тысяч симолеонов. Отлично. Неплохо. Скоро уже ночь, кстати. Хотя в этом доме ночь, мне кажется, это самое жуткое, что может просто грозить любому из персонажей. А мне хотелось бы вообще посмотреть, что здесь происходит ночью. Вот. А вот, вот тебе уже начинается. Вот тебе и что происходит тут ночью. Это Гидри. Вот надо было ему уже прям именно здесь вот вылезти. Да, прям вот перед нами. Ну что, Винс потихоньку начнет заниматься на своем столярном верстаке, а мы потихоньку вместе с Винсом сейчас начнем... расчищать, наконец-то, этот дом от завалов. Наконец-то! Итак, мы расчистили первую часть дома. Это вот это вот возле камина. Здесь убрали некоторый мусор, убрали мусор со стола. Как теперь красиво, чисто и уютно. К сожалению, стены пока реконструировать Винс не может, потому что ему нужно достичь 5 уровня в навыке механики. И тогда он может заняться уже реконструкцией этих стен. Поэтому сейчас мы вычитаем из бюджета 1000 симолеонов, которую мы потратили как раз... на расчистку пола. Да, собственно говоря, правило 16 клеток, 1000 симолеонов. А все правила, кстати, у нас прописаны ВКонтакте и еще... Да, ВКонтакте, в нашей статье. И да. Находится в описании к этому видео. Ну, у нас денег достаточно, поэтому мы продолжаем расчищать дальше.
Итак, ну прогресс уже виден. Комната прям преобразилась очень и очень сильно. Ну а кстати, да, действительно, дом уже перестал даже быть такой помойкой, какой-то жуткой. И в принципе даже уже действительно какой-то уют появляется. Здесь... Я поиронизировал над одной клеточкой, сказал, что уют. А теперь даже уже правда получше. Да, здесь теперь можно находиться и вообще проводить время в этой комнате. Ну, мне кажется, отлично. Не опасаясь, по крайней мере, за свою жизнь в плане каких-то аллергических реакций на пыль и на мусор. Тут теперь чисто. Но, к сожалению, по правилам, весь мусор мы складывали в багаж семьи. Винсу нужно будет его переработать на утилизаторе, потому что... Продавать его нельзя. Мы, конечно, хотели бы его тоже продать, потому что он тоже стоил хоть каких-то денег. Но было бы все слишком просто. Винсу нравится механика, конечно, нравится. Кстати говоря, насчет механики. Стены пока что мы не можем облагораживать и переделывать, потому что Винсу необходимо достичь пятого уровня механики. Да. И только потом уже мы сможем заняться стенами. Смотри, Винс зажигает камин. И в комнате становится еще уютнее. Он просто прекрасно, как мне кажется. Нет, да? Слушай, ну прям на самом деле, даже вот этот потрепанный ковер, он, конечно, выглядит не очень хорошо, но ну, зато нет мусора, вот этих мешков, вот этих каких-то бумажек, бутылок, оберток. Можно, кстати, вот еще стулья вот так поставить. Потому что у Винса были тут лишние какие-то стулья. О, смотри-ка, можно вот так даже заменить. Ну, вообще просто, теперь у него Букингемский дворец здесь. Ну, красота, хотя бы за этим столом можно будет пообедать нормально. На то, чтобы расчистить здесь пол, Винс потратил 5000 симолеонов. А здесь мы оставили-то еще шкатулку, которая стояла на столе, и мы ее не увидели. А в шкатулке находятся фотографии. Давай-ка посмотрим. Ой, мне не терпится посмотреть, что же там. Наверняка нам что-нибудь наша тетушка Агнеса приготовила или кто-нибудь еще из них. Так, это фотография старого пансиона. Слушайте, а посмотрите, ведь какой красивый был. Сейчас и вот даже вот эти фонари. Фонари с цветами стоят. Да. И, в принципе, территория была облагорожена, да, вот эти растения. Было хорошо. Это ну... вид сбоку. Угу. О, мрачная фотография какая, да? Дождь идет прям такой косой даже. И стоят все воспитанницы вместе с леди Агнесой. И явно одной из них вообще некомфортно. Вот она выгнала их всех, чтобы сфотографироваться, наверное. Фонтан. Фонтан когда еще действовал? Возле дома у нас стоит фонтан. Сейчас мы тоже на него взглянем. А вот это вот что за фотография, интересно? А это вот место на чердаке, где происходят всякие ужасы. Вопрос в следующем. Кто сделал эту фотографию? И почему не побоялся ее сделать? Ведь это так все-таки, мне кажется, тайное место должно быть. Какое-то ритуальное, да, да, место. Это похоже на какой-то медицинский кабинет в пансионе. Да, ну если не обращать внимания на капельницы, я подумал сначала, что это какой-то кабинет психотерапии, но... Нет, и вот еще какой-то. Но я не думаю, что вот это вот в 1890 году было. Компьютер здесь, да? Компьютер. Нет, наверное, были все-таки. Это уже пришло сюда, наверное, чуть попозже. Откуда-то. Вот, все фотографии, которые здесь были. Вот он, тот самый фонтан, который когда-то работал, а теперь уже все... Совсем-совсем разрушенный. Вид у него неприглядный. И березки нет рядышком, которая росла рядом с... А посмотри, что здесь делает Катрина? А почему она находится в этой комнате, на чердаке? И почему она в такой позе? Какой-то молебен у нее происходит, по-моему. Может быть, она здесь совершает какой-то обряд? Может быть, Катрина здесь не просто так? А вот, все, она... Вот, запалили ее, и она встала сразу. Такая, все-все-все в порядке, я вообще-то спать... Вот медицинский кабинет, он тоже очень сильно завален здесь. Винс сидит спокойно себе, разговаривает с призраком. Причем призрак, по-моему... А, нет, вот он тоже вроде бы получает неплохие впечатления от общения. Ну да, эта комната теперь уже такая приятная, чтобы вести светские беседы с призраками. Ну да. Ну что, дальше у нас Винс может начать реставрацию тогда коридоров, но для этого ему нужно будет достичь 5 уровня в навыке логики. Кстати, надо будет купить ему сейчас... Где он тут может потренировать логику? Надо купить ему шахматный стол, и прямо в этой комнате он может себе спокойно тренировать логику. Мы посчитали именно эту комнату, хоть она и не сказать, что прям гостиная. Что произошло? Ты слышал этот звук страшный какой-то? Он в ужасе. Я не удивлен, что здесь что-то происходит жуткое. В общем, мы посчитали именно эту комнату за гостиную,
Я считаю, она подходит к гостиной, потому что тут вот эти вот арочные такие панорамные окна и много пространства. Да, а тогда за столовую мы будем считать вот это большое помещение, и Винсу нужно будет достичь 5 уровня в навыке изысканной кулинарии, чтобы можно было уже начинать расчищать тогда эту комнату. Где же он будет тут оттачивать свое мастерство в изысканной кулинарии, интересно? Вот там вот на мангале, который около мусорки горит. Ну что, мы купили Винсу шахматный столик, чтобы он мог развивать навык логики. Купили также Винсу мольберт, чтобы можно было рисовать картины, развивать свой навык рисования и продавать также эти картины. Вообще, эта гостиная превращается уже в такой арт-зону, такую творческую, потому что тут и микрофон для стендапа, и мольберт, и столярный стол, и шахматы. А, прям на любой вкус Но можно ты посмотри, заняться какими-то увлечениями. Это уже даже более-менее жилая зона. Здесь горит камин. Камин, да, как он и хорошо. И все так уютненько становится. Еще мы купили Винсу сразу велосипед, чтобы он тоже мог прокачивать свой уровень в навыке фитнеса и выезжать за пределы своего района куда-нибудь в другие места. Плюс ему очень нужен навык фитнеса. А если я не ошибаюсь, чтобы отремонтировать ванну и уборную, да, ему да, как раз-таки нужен 5 уровень фитнеса. Поэтому велик ему как никогда нужен. Так, нам еще, кстати, в комментариях писали, что можно купить некую руку. Здесь специальную руку помощи. Давай-ка посмотрим в магазине, что это за рука. Вот, мы все-таки купили эту руку помощи. Что здесь написано? Эта статуя может слегка изменять правила в доме с призраками. Может усложнить задачу или сделать так, чтобы определенный призрак появлялся только ночью. Ну, не сказал бы я, что это очень хорошая рукопомощь. Включить режим героя. Особо смелые персонажи могут попытать счастье в режиме героя. Ситуация в домах с призраками быстро ухудшается. Можно получить вдвойне больше очков для магазина наград. А давай включим. Посмотрим. Проявите смелость. В этом режиме завеса между мирами ночью быстрее истончается и пропускает в этот мир паранормальные явления и рассерженных духов. К счастью, вы получите больше очков для магазина наград после каждой успешной пережитой ночи. Отлично. Но будьте осторожны, вы не сможете выйти из режима героя в течение определенного времени. Что вы выберете? Ну, попробуем справиться. Я справлюсь! Мы попробуем справиться. Если Винс действительно будет получать очки для магазина наград, после каждой пережитой ночи ему можно будет тогда вообще там приобрести в магазине наград какую-нибудь интересную штуку. Типа... Вообще, конечно, хочется сказать, что мало Винсу было мистики в доме, он решил еще приобрести руку помощи, которая не понять, что еще будет вытворять в доме. Чтобы было еще хуже. Так что мистики много не бывает. Ну а вообще Винсу скоро нужно будет ложиться спать. Пусть он немножко потренирует свой навык логики. Пока вроде бы в доме тихо и спокойно. Я думаю, что призраки выжидают моменты, когда все чуть-чуть успокоятся. Тут все-таки суета какая-то происходит. Это в своем шлеме бегает, в скафандре. Да. Камин тут горит, игра в шахматы. Все цивильно. Всю ночь потратил на логику. Ну, ладно. Но тем не менее, Винс практически уже пережил эту ночь. Вот, он достиг 2 уровня в навыке логики. Да, можно, но мне тогда хочется сказать, что вообще тут не надо особо как-то расслабляться и спать все ночи напролет, потому что дел тут очень много. Вот только-только он комнату вот эту расчистил, в которой, кстати, теперь приятно находиться. Ну что, Винс ложится спать. Спокойной ночи, Винс. Доброго утра, скорее даже. И вам тоже спокойной ночи, или доброго утра, или доброго дня. Ну да, и на этом мы тоже будем прощаться. Да. Винс смог пережить эту ночь. Ну, надеемся, что она пока еще не совсем закончилась, но надеемся, что все будет отлично, потому что уже 6:30. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь также на канале «Не без разницы» и подписывайтесь на наш телеграм-канал и вообще в социальных сетях ВКонтакте, где мы можем пообщаться более неформально. Всем пока. Пока. Рано утром, как обычно, Винс отправился на пробежку.
Каким-то непостижимым образом ноги сами занесли его на кладбище. По неясной причине место это успокаивало, наставляло на размышления. И Винс, решив немного отдохнуть от бега, прогуливался вдоль могил, пока...